Ребят, смотрите, приехал на Муримский, да? Смотрите, сколько уровень воды с дорогой просто. Вот это да. Вот такие вот ливневые дожди. Видимо, через дорогу у нас вода шла, когда были дожди. Приехал с супругой порыбачить, с мелким. Через дорогу все текло, видимо. До сих пор, вон, видите, бежит через дорогу у нас ручей. Здесь все через дорогу текло. Хороший такой. Что творится вообще? Столько воды, это дофига просто, ребят. Такая воронка вон. Течение просто бешеное. Хотя здесь вообще течение не должно быть в нормальную погоду. Приехал на рыбалочку с женой, с мелким. Вот такие вот дела здесь, ребят. Офигеть. Все через дорогу смыло, видите? Какое течение было здесь. Через дорогу вода шла. Да уж. Ну что, ребят, приветствую вас на канале своем. Сейчас будем разваживать удочки. Я, как обычно, буду здесь на фидер рыбачить. Моя супруга, скорее всего, тоже будет на фидер, либо на поплавок. Место есть без течения, да, пятачок половить. Посмотрим. Очень большой уровень воды стал. Как скажется на клев это на рыбе, я не знаю. Потому что в обычный день, когда столько воды нету, как бы активно рыба здесь клюет, подлещик, карасик, окунь, сорожка хорошая клюет. Буду кидать туда на мель. Но сейчас там уже не мель. Около метра, почти метр воды поднялось у нас. Вот как-то так. Сегодня взял такую прикормку. Фидер, видите, новая. Линь карась. Фишинг. От нового производителя. Такая зелененького цвета. Уже насаживаем опарыша. На поплавок. Ребенку помогаю. У нас опарыш, червь. Ну и в принципе вот здесь течения вот здесь нету. Пятачок есть. На поплавок можно порыбачить. Надо собрать свой фидер сейчас. И уже закидывать удочки. Ну все, как соберусь, включусь. И продолжим. Еще замешаю прикормку потом. Ну что, у нас первый заброс. Неправильно они удочку держат. Вначале удочку держат. Ты там что, на леску наступил? Уходи отсюда. Да. Попробуй вначале тут, давай посмотрим. Будет попробуй, дама. Давай тут попробуем. Это спокойно, куда ты пошел-то? Там течение. Побой подальше, закинет и нормально, ну 5 метров удочка. Аккуратно. О. Ну все, первый рыбак пошел. Мне дальше надо закидывать, течение стоит. Так здесь везде течение будет. Я же показывал, где закидывать, вы что? Вот сюда надо, ребят, да, закидывать. Вот место хорошее. Иди сюда, закидывай. Ой, показал вам место, куда кидать, где можно рыбачить на поплавок.
выдумывают свое. Ладно, ребят, собираю свой фидер. Будем свою рыбку таскать, а потом им поможем. Так, ребят, замешиваю прикормку. Вон, видите, какая. Двух цветов будет. Одна на линя с карасем. Вот, один карась, чеснок коричневый. Вторая будет линь-карась. Решил так вот две смешать. Ну что у нас? Солнышко потихоньку встает. Супруга уже пока удочку я настраиваю, уже рыбу первую поймала. Вот здесь на поплавок. Где там рыбка наша? Ну-ка показать ее. Смотрите, какую здоровую сорогу поймала, ребят. Прям добротную. Вон она. Сорога хорошая такая. Рыбка поклевывается здесь. Пока настраиваю удочку. Одновременно учим рыбачить нашего юного рыбака. Молодняк. Молодняк. Первый заброс сейчас запутал удочку, но ничего страшного. Показали, как подсекать сейчас. А то он резко подсекает, кончик запутывается, все. А в принципе у берега здесь на поплавок, на опарыш такая сорожка грамм 200-300 клюнула. Ну а я собираю дальше свой фидер. И будем сегодня, ребят, хочу попробовать, смотрите, на вот такой монтаж. Все знают, наверное, да, вот пружина. Ну и это, коромысло на два крючка. Два крючка, получается, небольших, и пружина. На пружину хочу сегодня порыбачить. Буду надеяться, что будут клевать. Потому что там вот дальше поменьше воды. Там трава. Там должен быть карасик, линек, подлещик, лещ стоять. Вот, посмотрим, будет сегодня проклевываться или нет. Будем надеяться, что будет. Ну что, ребят, у нас вот такая рассыпчатая, видите, получилась. Прикормочка. Сейчас на одного опарыш насажу, на другой червяка посажу. Посмотрим, на что клюнет. Кормиться не буду. Честно, на пружину буду просто почаще перезабрасывать. Ну, думаю, что мы сегодня поймаем. Поклевки у нас будут. Ну, а я вам желаю приятного просмотра, ребят. Поснимаю красивых поклевок, если будут. Ладно, рыбачим. Короче, ребята, так вот получается. Червяки приказали долго жить. После сделал один красный, вот здесь, другой белый. Посмотрим, на какой больше активности будет. Ну что, ребят, пока ходил за рогатками, вот такой красавец клюнул у нас. Грязный. О, такой. Ну что, ребят, пойдет такой? Да, пойдет?
Тебе пойдет такое? Есть поклевочка, ребят. Надо было дороже сидеть. Значит, тоже сверху вытягивается вам. Ах ты ж собака! Очищение нет, неудобно, блядь. Нет, да. Блядь, ребят, через течение начал точить, сорвался, блин. Ну что-то хорошее было. Видимо, только подтек. Эх, жалко. Что-то хорошее было. Тяжелое такое прям. Ну ничего, сейчас еще поймаем. Так, ребят, собрал второй фидер. Уже всем известная, да, оснастка. Два отводных, кормушка. Вот так это выглядит. Ну что, первый подлещик у нас есть. Посмотрим, что дальше будет. Ну что, ребят, не успел вторую удочку закинуть, уже вот еще один, чуть поменьше, но хороший. Вот как ее сейчас достать? Конечно. Не дергайся. Давай, по течению, давай, плыви, плыви, плыви. Ребят, все-таки через течение кое-как провел рыбку. А? Ну что, ребят, очередной подлещик клюнул. Поклевки есть, продолжается, но у меня уже, наверное, рыб 5 сошло, которые не стал записывать холостые поклевки. Ну как? Где мои? У меня уже больше 5, наверное, сошло. Да, сошло, да? Да, вот. И в чем причина, ребят, знаете, вот смотрите. Вот видите, течение идет. Видите, кормушку сносит. Вот сейчас супруга у меня тоже достала кормушка.
Есть когда через дорогу дождями все смыло, много травы. Трава это поубери, но когда вот тащишь ее за течением, она нормально, только до течения рыба доходит. И по течению вот так вот. Вот так вот идет и срывается. Это вот шестая, наверное, рыба, которую я кое-как потихонечку через течение провел и к берегу довел. А так обычно течение уносит и сразу срывается рыба. Вообще не мог достать. Уже вот как-то так. Ну что, попробую еще. Поклевки есть, но достать через течение проблема. Чтобы протащить рыбу, сразу сносит с крючка. Но иногда получается. Ну ничего. Немножко сложности добавила рыбалочка, но буду пытаться дальше через течение тащить. Будем надеяться, что будет меньше сходов. Осталось через течение. Еще одно препятствие. Мне надо быстро на обзор. О, поплыли. Аккуратненько. Оп. А. Покарай. Вот так. Там что-то хорошее, фильмик он собирал. На базу? Так вы поймали уже 4 рыбы. А 4 рыбки уже чуть поймали. Чуть не спустилась, видишь, она горько своя. Рыба бы я ее. Это в холодильнике я разберу. А? Вот под лещик. Мелкий под лещик проклюнулся. Ну, через течение прошел. Ребят, еще один вот такой вот хорошенький. На тонком, видишь, берет. Да. Так, ребят, ну что, дорогие подписчики, мы собираемся домой уже. Что, как порыбачил? Вообще отлично, 4 рыбки выловил. 4? Да. Доволен рыбалкой? Конечно, еще бы хотел. Ну, удочка запуталась и пошла. Ребят, взял юнца с собой, да? Порыбачить здесь. Здесь этого течения такого не было сильного. Спокойно бы было. Здесь хорошо клюет на поплавок, сорожка, подлещик вообще просто на ура. Особенно, когда прикормишь. Но из-за дождей, 3 дня дожди у нас льют сильные. Видите, какое-то сами течение. Даже я, когда рыбу проводил, штук 5-6, наверное, ушла рыба через течение, то что невозможно. Убывает сразу же с кормушкой и отцепляется. Ну, несколько штук я все-таки смог достать. Супруга у меня одну рыбку достала, сорожку. С первого раза. Хорошую. Прямо что ли. Ну, от нуля все ушли, да, в итоге? Главное, посидели, порыбачили. Ну, да. Главное, сейчас, ребята, вам... время. Да, главное, время вместе провели. Держи пакет. Угу. Да, мои рыбки. Наш сегодняшний улов. Вот, ребят, весь наш улов сегодняшний. Так, сейчас вам поближе покажу. Ну, такие подлещики неплохие.
Вот эти хорошие, вон, видите, три штуки хороших, да, получается? О. Смотрите, судок. А, так это моя! Это моя! Это моя! Как ее засунуть обратно? Меня домой на повесить. Вот мелкую сорожку, этого у нас. Я? Ты поймал? Да. Я вот покрупнее. Ну вот такие вот, ребят, подписчики. Я покажу вам, ребят. Ну вот, видите. Таких вот 3-4 штук-то хороших поймал. Ну. Сейчас уберем их в пакет. Вот такой у нас улов сегодня. Ну, все равно от нуля ушли, неплохо посидели, порыбачили, отдохнули суточка. Прогулялись, так сказать. Думал, рыба уже выпрыгнула. Ну что, ребят, мы будем с вами прощаться. Увидимся уже на следующих рыбалочках. Скоро у нас грибы пойдут. Увидимся и на грибалочках. Ждем грибов. Уже тоже жду их. Но пока еще нету. Всем пока.